Ну что, Манюшка? Ой, кто во что гораст, кто куда? Попы деловые. Этот, как всегда, жук мне тапок грызет. Шотине ему эти тапки понравились. Вот он их излюбил, прям вообще не знаю. Никому не надо, а он грызет мой тапок. Повиснет на ноге и грызет. Ей, Барик. Ну-ка, играйте с сестренкой, Манюшка. Давай поборем его. Давай поборем с двух сторон, как мы любим. Того Барика. Того Барика. Веслоушку. Да, Манюшка? Сказал, что толносов в твоих тапках. Надо тот же попробовать. Да, колобки? Колобки. Нюшка, а ты что нашла в детской этой игрушке? Эту игрушку играют только котята, когда им вот буквально там месяц-полтора. Все, потом они в нее уже не играют. Поэтому я ее достаю только, когда у нас малыши появляются. Но вот эти еще немножко не доросли до этой игрушки, им всего месяц. Вот где-то дней через 5, наверное, начнут активно в нее играть. И там буквально 10 дней, 2 недели, вот так она им интересна. А потом уже все забывает.